Знакомьтесь, да, Роман, это вот одна из тех коляшек, которые мы благодаря нашему фонду по запросу помогли приобрести. Роман тоже молодец, он активно участвовал в конкурсе, немножечко ему не хватило выиграть, но вот сейчас пользуется. Ну как, удобно? Да, удобно. Ну, чуть нюанс есть, но это мелочи, там доработаны еще. Понятно. Спасибо вам огромное. Да ну не за что. Хотел сказать вообще за такой подарок, знаете, что оплатили. Ну, спасибо огромное. Да не за что. Вам спасибо. Надо тянуться, надо быть вовлеченным, поэтому вот именно для этого и хотели вас поддержать, пожелать спасибо, всего Майя. Самого доброго. И, конечно, надеюсь, что этот прибор позволит более активно перемещаться и двигаться. В любом случае. А как давно он у вас уже? Да лучше где-то когда привезли. Зима. Зимой. В районе Нового года было? Да, как раз в районе Нового года, в конце декабря, были итоги конкурса, и мы в районе Нового года как раз их приобретали. Понятно. Еще раз спасибо вам огромное. Да ну не за что. Она, чье производство вообще? Это полностью российское производство. Калининград. Ну, отлично. Мы вот договорились с Романом, он хочет заниматься спортом, хочет, чтобы секцию мы помогли ему создать. Говорили основные моменты, да, я по поводу бочек. Бочек. Ну, чтобы не мы сейчас обсудим. Да, игра доступная, да? Да, я думаю, что площадку легко сделать. Я думаю, больших затрат это не возникнет. Я думаю, мы с вами все обсудим на месте и поможем сделать. Ну, чтобы как бы ребят вытянуть тоже по инвалидам, как-то собрать, тоже, думаю, будет плюс такой большой. Виктор Владимирович, тоже спасибо огромное сказать за помощь, за постоянную, которую предоставляет. Спасибо огромное. Спасибо большое. Да? Спасибо большое. Давай. И моя рыба. За что? Не держите, ничего не держите. Я не держу, но если что, дать. Не, наоборот, ее это не трогайте. Я не трогаю, я просто руки держу. Отдайте. Серега, так, подстрахуй, мало ли. Говорит, нет, съезжал нормально. Да, прикольно. Ура! Получилось! Вот так.